Самые опасные профессии в мире. Каскадер. Основные направления деятельности – это работа с огнем, высотные падения и прыжки с парашютом. Шахтер. Основной процент смертности приходится на неожиданные взрывы в обрушениях в результате сдвигов горных пород. Укротитель хищных зверей. Говорят, что укротителям нельзя показывать свою слабость, иначе животные будут воспринимать укротителя как жертву. Четыре продукта, которые запрещены в Америке, а весь мир продолжает их есть. Возможно, что ты что-то ешь из этого списка, а американцы этого даже не пробовали. Киндер-сюрприз. В США запрещено класть в продукты несъедобные вещи. Конина. Многие едят конскую колбасу, а в Америке ее просто невозможно купить. Энергетики. Американские ученые пришли к выводу, что они вызывают привыкание. Непастеризованное молоко. Они считают его небезопасным, и в магазине такое не купишь. Что было бы, если бы ты все знал? Ты бы знал в лицо все 8 миллиардов людей. Ты бы знал все языки мира и смог бы спокойно общаться на любом языке. Также ты бы знал в том числе и язык животных и смог бы общаться с животными. Ты бы был самым богатым и известным человеком на Земле. Ты бы знал о том, что о тебе думают другие люди, и избирательно бы подходил к выбору своей компании. Самые опасные детские игрушки. А такие игрушечные мини-арбалеты, стреляющие зубочистками, даже можно сделать самостоятельно. Зарядив в арбалет обычную зубочистку, можно сделать выстрел, сила которого даже может пробить картонную коробку. По неосторожности дети попадали в глаза, в другие части тела. Из-за большой популярности игрушку даже хотели снять с продажи.